В Магадане в тестовом режиме открылся первый офис продаж Аэрофлота. На первом этаже торгового центра «Маримолл» оборудованы места для работы специалистов и комфортная зона ожидания клиентов. Здесь колымчане могут купить, обменять, оформить возврат билетов и получить дополнительные услуги. Решение об открытии офиса принято на основании договоренностей между губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и ПАО «Аэрофлот». Специалисты отметили, что открытие еще одной авиакассы Аэрофлота стало необходимым для удобства граждан. Касса Аэрофлота, находящаяся в аэропорту «Сокол», не справлялась со своими обязанностями. Самое главное, вызывала массу нареканий от жителей города Магадана в неудобстве расположения, условиями работы и вынужденными поездками туда и долгими стояниями. Сегодня эта проблема будет решена. Открытием кассы в центре города, в самом крупном торговом центре, в котором есть отличные подъездные пути, удобные парковки, пандусы, все необходимое для маломобильных групп, позволит оказывать данные услуги компании «Аэрофлот» качественно. Мы очень надеемся, что это понравится магаданцам, это будет удобно, комфортно, и данная услуга будет востребована. Приходите. Задачу повысить транспортную доступность Дальнего Востока поставил лично президент Российской Федерации Владимир Путин. Льготные авиабилеты в Москву и Санкт-Петербург по 21-му авиамаршруту теперь смогут купить все жители Дальнего Востока. Соответствующее постановление о распространении программы субсидируемых авиаперевозок для дальневосточников подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин 31 января 2021 года. Вечерний Магадан обратился к горожанам с вопросом, знают ли магаданцы об открытии авиакасс Аэрофлота и планируют ли приобретать там билеты. Вы знаете, что открылась продажа авиакасс, открылись авиакассы Аэрофлота? Да. Планируете ли покупать билеты? Мы уже купили. Слышал, читал даже. Будете ли приобретать билеты? Я нет, но мои родственники будут. Да? Ну, я слышал, да. Планируете ли приобретать? Планирую, да. Аэрофлота. Не знаю, я не местный. Планируете ли приобретать? Да, я сам буду летать, сам буду ездить. Спасибо большое. Да. Нормально, все нормально будет. Коронавирус, ничего страшного нету. Все будем через врача будем идти, проверять себе. И все, нормально поедем и обратно приедем. Все нормально будет. Ну, знаю. Планируете ли приобретать билеты там? Нет? Нет. Спасибо. Мы в этот год не летим. Специалисты отметили, что работа по улучшению комфортабельности авиакасс Аэрофлота еще будет продолжаться. После завершения оборудования офиса в соответствии со стандартами авиакомпании планируется официальное открытие и переход на ежедневный режим работы. Эксперты отметили, что основная задача компании – сделать так, чтобы все офисные услуги авиакомпании жители Колымы получали в достойных условиях.